Проспект Героев Сталинграда, 20А. 14-этажный кирпичный дом 90-х годов постройки. Девять имеющихся входов в парадное поддерживаются в хорошем состоянии. Стальные входные двери оснащены домофонами и контролируются консьержами. Непосредственно в доме находятся продовольственный магазин, поликлиника, салон красоты, кафе, ресторан и стоматологическая клиника. Вокруг дома имеются элементы зеленых насаждений. Восточные окна дома открывают великолепный вид на набережную и залив Оболонь. Во дворе разместилась детская площадка с теннисными столами. Возле дома имеются места для парковки автомобилей, но их явно не хватает. Недалеко имеется сеть торговых ларьков, а совсем рядом находится православный собор. Напротив дома расположен детский садик. Также рядом имеется сауна. Состояние дома хорошее.